Парная камера. Контроль средней скорости. Ограничение 60. Там, блин, две аварии на глазах нарисовались. Одна прям перед МКАДом, кто-то там стукнулся. А вот где я сейчас стою, два раза менты перекрывали, там что-то мотоциклиста сбили. Перекрывали дорогу, замеряли там что-то. Мы вообще просто на месте стояли минут по 5, наверное, два раза. Впереди камера. Ограничение 60.
девушка. К взлету готов. Какие варианты-то? Мне и нужно же в центр. Впереди камера. Ограничение 60.
Впереди камера. Ограничение 80. Впереди камера, выделенная полоса. Ограничение 80. Впереди камера, выделенная полоса. Ограничение 60. На территорию меня уже никто не пустит, поэтому я во дворе там брошу. Если помнишь, вот где мы все время паркуемся, когда приезжали, там бумажки подписывать, там передавали документы и так далее. Вот там же брошу, наверное. Впереди камера, выделенная полоса. Ограничение 80.
Впереди камера на скорость и на полосу. Ограничение 80. Впереди камера, выделенная полоса. Ограничение 80. Откажут, потому что это не их машина. Охрана – это охрана торгового центра. А здание не принадлежит клиенту. Впереди камера, выделенная полоса. Ограничение 80. Они одни из арендаторов. Впереди камера. Ограничение 60. Там уже, скорее всего, никого нет, уже все спят. Да и не буду я договариваться. Впереди камера, выделенная полоса. Ограничение 60. Впереди камера, выделенная полоса. Ограничение 60.
Ограничение 80. Впереди камера. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60. Возможен затор в левой полосе. Ограничение 60. Поверните налево.
через 600 метров. Держитесь правее. Через 500 метров на светофоре поверните налево. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Thank you.
200 метров поверните налево, а затем поверните направо. Поверните налево, а затем поверните направо. Через 200 метров поверните направо во двор, а затем развернитесь. Поверните направо во двор, а затем развернитесь. Thank you.
поверните направо, а затем поверните направо. Алло. Да, звонил. Поверните направо, а затем поверните направо. Да ничего не случилось, господи, пап, сколько я? 3 минуты стоял. Да я заезжал в этот парковку, ну и в ковчег, подписывал документы. Через 200. Ну а что, чтобы завтра не заезжать, сейчас заехал да сделал. Все, я еду в сторону парковки. Ага, давай. Да заткнись. Поверните ты уже. Направо. Через 100 метров поверните направо, а затем поверните налево. Что случилось? Уже столько времени стоишь в переулке. Все нормально. Поверните направо, а затем поверните налево. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 20. Через 200 метров. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 20. Через 300 метров на светофоре поверните налево. Ограничение 40. Ограничение 40.
через 300 метров поверните направо. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 40. Впереди камера. Ограничение 60. Возможен затор в правой полосе. Ограничение 60. Возможен затор в правой полосе. Ограничение 60. Через 600 метров перед мостом крутой поворот, а затем поверните направо. Впереди камера. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60. Через 500 метров на светофоре поверните налево. Впереди камера. Ограничение 60. Налево.
Лисаде до аэродрома 200 метров. Задание изменено. Развернитесь, а затем поверните направо.